есть куча танков с ДПМом выше 3К. Вот условно говоря, вот условно, давайте предположим, поставим к этому танку наравне какой-нибудь, ну, условно, вот, суперконь. Стоит, вот далеко ходить надо, суперконь. На чем бы вы хотели бы больше играть? На вот этом танке или на суперконе? Да, у суперконя разовый урон 400. Но там ДПМ лучше, там ДПМ лучше. Броня у суперконя 100% лучше. Точность у коня тоже отличная. Стабилизация у коня тоже отличная. У Вейна у коня минус 10. Этот танк рядом не стоит с суперконем. Суперконь скучный, ты на нем давно не играл. Он точно такой же по динамике, как и БЗ. Ну, может быть, чуть-чуть медленнее. Ну, по факту. Просто банально поставить с ним рядышком танчик, я же говорю, суперконя. То есть однозначно суперконь, он просто перемагает его просто. Всех приветствую, здорово, игроман. Не проедем уже, наверное, блин. Ну, я еду, ладно, похер. Отлично. Шикарно! Я занял агрессивную позицию в World of Tanks Blitz, и это перемога! Ну все, я их всех убиваю. Я их всех убиваю, что мне тут уже париться. Это все. Маш, а ты зря сюда не приехала. Маш, ты зря сюда. Тут же ж прям вообще нагиб. Ты ж на суперконе здесь просто всех переможешь. Правда, есть один момент. Есть один большой-большой крупный минус. То, что меня Яга пробивает в башню. Или нет? Маша, работай к ним быстрее. Пока они сейчас еще не соображают, не отпускай позицию. Работай. На тебе помойка. 575! Вы что со мной делаете? Так, Маша, уходи назад. Очень-очень много ты хипе теряешь. Хитпоинты не бесконечные, как говорится. Яга, кады. На, что мне Яга? У тебя тут другие бьют. У тебя тут больше, более серьезные проблемы. Тебе надо этих работать, Маш. Ни хрена себе, да кто ты? Это Ахиллес. Это Ахиллес. Вы посмотрите просто, что я делаю. Вы просто посмотрите, что я с ним. Я их в какашку стираю. Правда, на счет 0-3, но это херня. 445. У него постоянно альфа летит. Но это мастер. Это Дмитрий мастер. Дмитрий, мистер, мастер. Знаете такого? Маш, если мы их сейчас, курва мать, не убьем, то нас в жопу будут так тарахать жестко. И неизвестно чем. Молодец. Я чувствую, я уже чувствовал, как ты перемагаешь их понемножку. А где Яга? Блин, говно помет уехал. Забей на Ягу, вернись назад срочно. Срочно. Яга ничего не сделает, она тупая. А вот этих надо сейчас в корму будет заходить. Яга, потом с Ягой разберемся. Сначала сюда. Этих сначала разбираем, давай. У меня хп есть, если шоп, делю. Молодец. Еду, вкатываю на него. Подтягивайся тоже ближе, подтягивайся. Хотя бы 12 раз, давай. Отлично. Так, рака фарманул. Это даже тащит с собой. Сведись до наконечника. Молодец. Дальше не выезжай, не надо. Мы не знаем по грилям, мы не знаем по СТБ. Видишь, вот. Уже теряются хитпоинты. Это нехорошо. Это this is not nice. You know me. Едем гриля убивать. Маша сдохла. Но я это никак не вывезу, ребятки. Без обид. Хз, это невозможно вывести, если бы хотя бы с тобой сдох. Сука. Давай, вкатывай на меня, говномет вонючий, сука. Играю 3 в 1, она даже вкатить не может. Безобразие сраное. Пошла в жопу.
Танчу жопой. СТБ, пипиську нюхай. Так, ну я когда шусь первый. Да, ребят, можете похлопать по яйцам, если что. Стример танчит жопой. А, вот это, кстати, херовая тема. Вот это, кстати, херовая тема. Сука, СТБ, ёх! Я ж вам говорю, если бы хотя бы СТБ не сдох, сука! Если б, сука, СТБ хотя бы не сдох! Перетрахать здесь этих сраных двух ПТ-х с трупиками танков можно было идеально! Просто долбанный рак на СТБ на полкарты стреляющий! Блин, говномет. 10 тысяч танканул. 10, мать его, тысяч.